И там же, в Харькове, очередной опасный для жизни инцидент. Средь бела дня несколько студентов открыли с балкона стрельбу по пешеходам. Все происходящее снимали на мобильный и даже выложили видео в Инстаграм. На кадрах четверо молодых людей развлекаются в квартире на улице Пушкинской. В полицию обратились журналисты, которые увидели публикацию. Парней вычислили довольно быстро. У них в квартире нашли гильзы и пистолет, предварительно газовый. Всех доставили в райотдел. Любителям поохотиться на людей в районе 20 лет. Стрелявший студент-контрактник факультета иностранных языков. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Дані особи, які здійснювали постріли з даної квартири, встановлені та доставлені до Київського відділу поліції. За даним фактом відкрите кримінальне провадження.